А это прям короткий, но веселый отрывок из катки, где мы встретили русофоба из Нидерландов. И рекомендую посмотреть до конца, так как мы не веселились так давно. А перед началом я хочу попросить тебя занести лайкос и поделиться впечатлением в комментариях. Поверь, даже пару строк способны улучшить канал. Типочки. Не, разведка где? Не надо. Вот сзади на корабле тип. Это да, и еще там. Ну того одного типа бы задушить. Да. Сейчас он выплывет. Он где-то тут был. Вот. Но он... КамАЗ, это кто? КамАЗ гонит. Чел. Смотрите, броник у него. На КамАЗе чел. Сейчас, погоди. Броник сломал на КамАЗе. Хорошо, воду надо добить. Готов. Убийство исполнителей сделает вас мишенью охоты. Ну это чел, тут, но у него невидимый броник. Да, ага. Я постучу в эту типочку. Ему нужна медпомощь. Броник, да, лутайте дочисто. Да, дочисто его лутай. Потому что этот можно мстить потом. А, тебе вот, возьми этот, как он. Тебе жетон надо. Еще один вот нам едет на чем-то. Да. Наяривают боты. На тачке. Тачка. Да, тихо. Желтая броня. Со снайпы в упоре убрал, блядь, с прицела. Еще, на крыше, фак, крыша. Я убил. У меня метка твоя. Я всех убил. Зарядил нормальные патроны. Дрон. Ой, дрон. Отходи. Ключевой откуда? Ты будешь жить, дружище. Не могу понять. С воды, по-моему. С воды прилетел. Инвизы? Ну тот, который в воде, наверное, чел. Не, в воде я забрал. Все, тихо. Не, третий, который на машине изначально приехал. Я двоих нокнул. Одного я заложил вот здесь. Вот. Нокнул. В воде. Иду. А, все, ливнул. Так, что у него? Броня скрытность. Вот, да. Вторую положу. Болиголов. Внимание, исполнителю рядом с вами нужна. Если надо, он по кашку. Что, берем? Сейчас. А нет. Парни, подождите, прикройте. Блин, мне бы с них жетон. Поднимай. Просто если мы их поднимать будем, то жетон. Не поднимайте, зачем? Не надо, они же не разговаривают по-русски. Рюкзаки с них снимайте тогда большие, просто в инвентарь тогда. А у них нет. Третьи рюкзаки есть. Чего? Как это так было? Найс. Хотел поднять, да? Да. Добро. That was actually funny as fuck. Yo, let me try. I'm so sorry, bro. I had to try. Nice. Can you pick us up, guys? No. Goodbye. No, goodbye. For what, man? For what? Все, иди. Барк, пока. Bye-bye. А, курва, ебана, тфельду. Сам курва, дура. Куда ты лезешь, Рикос? Мар Франку. Лузер. Два самореза. Чего, тебя выкинуло, что ли? Look. Нет, просто... Up, а, все. Покайте, покипите. Netherlands. Возьми вторую эту. Here, full Ukraine. Oh, Ukraine. Everywhere. У меня две. Как у чувака подгорает просто. Вы слышите, нет? Yeah. Бро. Yeah. I know, it's old Russia. Old Russia. But this war make everything expensive. Так, есть мины? Давайте мину найдем на трупачей вот этих. Положим мину, прям заминировать надо. Я очень хочу, чтобы никто не поднял. So that's why I say like, fuck Putin, bro. Да пошел ты нахрен. Такая сила. Я знаю,
Нет, есть. Вот, и we are just having fun here, we have a conversation. Just leave the fuck, leave this fucking area. And the fucking Mongol. О, стопы, о чем мы тупим? Подожди, дай я его в море скину. Стой, погоди. Да? Вот так вот. Собери их кучу, да. Да, все. Один дневнул, один he's не trying выдержал. To kill us, but it won't work. Один не выдержал. Зашифрованный жесткий диск нужен? А, пацаны, зашифрованный жесткий диск. Oh, you see that shit? An operator is on their way. They're gonna get wiped soon, bro. Все, пусть валяется в воде. They are fucking idiots. Wait! How to talk to main cat, bro? Bye-bye. Все, ливнул. Ручки по это, ручки ищите. Бро, бро, at me, wait. Give me one second. How to see this shit? А, есть подозрение вообще, oh, знаешь, как? Oh, you send me friend request, bro. Короче, есть у него друг. У него где-то minutes. Друг есть. У него сидит друг, потому что этот чувак не ливнул и разговаривает. We're gonna come back, we're gonna kill these motherfuckers. Come back? Okay, go come back. Yes, I will come back. I'm gonna fuck your mother too. Really? Офигеть. А я не знал. Так. Okay.